игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. И вот состав Атлетико Мадрид. В воротах Ян Облак. В защите Стефан Савич играет с Хосе Хименесом. Ну и в нападении сегодня расположились два игрока. Посмотрим, что они смогут. В очень подходящее время прерывается эта атака. Дебрюйне здорово сыграл. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Нужно бить Фодену. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет... Повторяют нам гол. Очень хорошо пас он отдал. Зрячий, и точно он у него получился. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались и отправили мяч в ворота. Команда повела в счете и, конечно, очень рад этому голу Пеп Гвардиола. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. В очень подходящее время прерывается эта атака. Дебрюйне здорово сыграл. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Нужно бить Фодену. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет... Повторяют нам гол. Очень хорошо пас он отдал зрячий, и точно он у него получился. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались и отправили мяч в ворота. Команда повела в счете и, конечно, очень рад этому голу Пеп Гвардиола. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Лучшим бомбардиром в истории Атлетико является Луис Арагонес, известный современному болельщику, в основном как легендарный тренер, создавший непобедимую сборную Испании. Помимо тренерского гения, он также был настоящей легендой Атлетико и забил за мадридский клуб 173 мяча. К сожалению, не так давно Луис Арагонес ушел из жизни. Атлетико разыграл мяч в центре поля, игра началась. Грубый отбор. За это желтое может быть. Только-только началась игра и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. В очень подходящее время прерывается эта атака. Дебрюйне здорово сыграл. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Нужно бить Фодену. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет...